Пришел Первомай и в Смоленск, в город воинской, в город трудовой славы. Он построил в торжественные колонны всех, чья обычная каждодневная работа и есть самая надежная гарантия мира на земле. На трибуне первый секретарь Смоленского обкома партии Клименко. Первомай. Он знаменует весеннее цветение жизни. Он утверждает неразрывную связь людей труда, связь поколений.